Доброе утро всем. Добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. У нас сегодня, простите, экстренный выпуск. Вчера в 17:00 вечера, простите, мне позвонили из одной из деревень и попросили помощи. К ним в деревню кто-то, видимо, рано утром, может быть, ночью, привез и выкинул кота. Породного шотландского кота, который, к сожалению, парализованный. Она, выйдя утром на крыльцо своего дома, у нее тоже есть кошки, подобранные собаки, увидела вот этого ползающего кота. Кота мы назвали Кокос. В течение дня она пыталась мне дозвониться, но, к сожалению, я была не в сети. И только вот вечером мы с ней созвонились, и я, конечно, незамедлительно поехала, потому что женщина очень сильно просила помощи, так как ей абсолютно некуда девать этого кота. Кокос. Кокос необыкновенно ласковый. Видно, что домашний. И видно, что его действительно просто выкинули. Кто-то не справился в очередной раз из двухногих, из нелюдей. И решили таким образом избавиться от кота. Я первое видео сразу послала Николаю Николаевичу, на что он сказал ехать, конечно, делать рентген, МРТ и понимать проблему животного. У нас экстренный выпуск, я не буду обращаться, как на других каналах, спасаем или не спасаем. Нет, я забрала кота, и даже в долг я не могу пройти мимо чужой боли. Не могу. У меня нет понятия играть с публикой и говорить, спасаем мы сегодня, не спасаем. Если вы помогаете, значит, мы спасаем. Если нет, значит, нет. Я иногда слушаю этот бред на каналах и не понимаю людей. Если вы спасаете, значит, вы должны спасать. Мы обязаны помочь беззащитному, брошенному животному. Поэтому моя такая большая дружная семья. Я уважаю вас всех, каждого, я каждого ценю. За ваши комментарии, лайки, репостите, пожалуйста, этот ролик. Может быть, нас увидят больше и Кокосу помогут, потому что в последнее время действительно мы еле выживаем. Мы еле выживаем, я еле свожу концы с концами. Вы видите все остатки на карте, на PayPal. И, конечно же, я буду уже договорилась с клиникой, если даже мы не сможем собрать какие-то финансы, значит, я повезу его в долги. Чем это закончится, я не знаю, но я не смогу бросить беззащитное животное и оставить его в беде, потому что на улице ему просто не выжить. Моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь ко всем к вам. Спасаем, помогаем. Я буду вас благодарить. Я уже спасла, я уже забрала Кокоса. Я не могу постоянно просить у вас, но я надеюсь, что ваши сердца, посмотрев этот ролик, подарят шанс и надежду на счастливую и достойную жизнь коту Кокосу. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.